Я капитан учебно-парусного судна «Крузенштерн» Еремченко Михаил Петрович. Обращаюсь к кадетам Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. 22 ноября 2020 года исполняется 25 лет Кронштадтскому морскому кадетскому военному корпусу. Хочу поздравить с этой знаменательной датой днем рождения, днем основания морского кадетского военного корпуса всех кадетов, наставников, педагогический состав, начальника кадетского корпуса. Я очень рад поздравить родителей кадетов, которые отдали своих детей на воспитание в морской кадетский военный корпус. Из ваших детей вырастут настоящие патриоты России, достойные продолжатели дела Петра Великого, будущие офицеры военно-морского флота России. 19 ноября 2020 года была еще одна знаменательная дата. Исполнилось 250 лет со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна, адмирала флота российского, чье имя носит прославленный барк Крузенштерн. Иван Федорович Крузенштерн был кадетом, а потом гардемарином кадетской и морской школы в Кронштадте. С гордостью могу сказать, что один из кадетов, самый младший кадет Ярослав Ткаченко, проходил морскую практику на учебно-парусном судне «Крузенштерн» в 2019 году. Хочу пожелать всем кадетам здоровья, отличной учебы, быть достойными высокой чести кадета Кронштадтского кадетского морского военного корпуса. Вы будущее флота России. В добрый путь. С праздником!